Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Учебник Rainbow English, 5 класс, автора Афанасьева. Unit 4, часть 4, Step 2, шаг 2, Exercise 10, упражнение 10. Write the names of these things. Напишите название этих вещей. Довольно простое предложение, упражнение. Давайте смотреть. Первое, это у нас... A cage, клетка, cage. Two, a bowl, миска, да, bowl. Three, a fish bowl, аквариум. Four, grass, трава, grass. Five, seeds, зерна, seeds. Вот такое простое задание. На этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.